тяжела гра. Здесь никому легко игры не давались. Игры как таковой, наверное, не получилось ни с одной стороны, ни с другой. Была настоящая мужская борьба, очень много единоборств, жесткая, иногда переходящая в грубую даже игру. Ну, на то, наверное, полный футбол весенний. Вот. Касательно каких-то моментов, у нас очень много не получилось, но я рад тому, что ребята проявили характер, что смогли добиться результата, потому что у нас в первую очередь сейчас стоит во главе угла результат, потом уже, я думаю, будет и качество игры, потому что сейчас качество игры у нас в сегодняшней игре совсем не получилось.